Воспитанники военно-патриотического объединения «Сова» из Химок примут участие в шествии бессмертного полка. Двадцатка лучших школьников городского округа поднимут флаг муниципалитета на Красной площади. Потому что завтра военно-патриотическое объединение принимает участие в акции «Бессмертный полк». И мы идем в Москве, в колонию вместе с президентом Российской Федерации. Но в связи с тем, что обеспечивается безопасность, вот такое вот у нас маленькое количество получилось. Конечно, хотелось бы гораздо больше наших ребят, чтобы они приняли участие в таком масштабном мероприятии. В преддверии 9 мая молодые десантники почтили память химчан, погибших в 40-х. Ребята прошли строем у памятника павшим воинам в годы Великой Отечественной войны. То, что они сделали, практически невозможно. Ну, они защищали нашу родину до последнего. И мне кажется, их поступок, он по-настоящему героический. Это повторить сможет не каждый. ВПО «Сова» не первый раз представляют Химки в масштабных акциях. К примеру, в прошлом году ребята маршировали в составе десантных войск в центре столицы.